встретить вас на нашей площадке. Сегодня мы обсудим особенности якутского интернета с молодым и талантливым музыкантом Алексеем Адамовым. Внимание на экран. Раз, два, три, кавычки, сигарету, спичку. Алексей Адамов, также известный под псевдонимом Свимайс, молодой талант из Якутии, набравший большую популярность в социальных сетях. Его каверы на песни известных исполнителей набирают миллионы просмотров, а его личная аудитория на интернет-платформе TikTok давно перевалила за 500 тысяч подписчиков. Поклонниками его творчества являются люди по всему миру, а рекламная кампания с его участием знакома пользователям всего русскоязычного сегмента TikTok. Обычный парень в повседневной жизни и известный блогер в социальных сетях. Он сталкивается с различной реакцией на свой контент, в то время как в основном он получает положительные комментарии. В Якнете он сталкивается с большим негативом. То же самое отмечают и многие пользователи социальных сетей. Негатива в информационном пространстве Якутии много. Почему же в интернете много негатива и хейтеров? И можно ли это изжить? Окей, друзья. Чтобы разобраться в этом вопросе, нам нужно будет разделиться на две группы. Итак, оптимисты считают, что хоть в якутском интернете много негатива, это можно изжить. Пессимисты же считают, что высокий уровень негатива в якутском интернете изжить нельзя. Итак, оптимисты справа. Пессимисты слева. Делимся! Итак, встречаем нашего героя. Самый необычный обычный парень из Якутии. Молодой исполнитель, чей талант ценят по всему миру. Алексей Адамов. Итак, Алеша, еще раз привет. Расскажи о себе. А тебе дается минута. Меня зовут Алексей Адамов. Учусь в высшей школе музыки, третий курс. Работаю также, совмещаю театр оперы балета. В свободное время я люблю петь. Пение и игра на гитаре являются для меня хобби. И в основном творчество занимает в моем сердце очень огромное место. На самом деле я очень веселый, дружелюбный, так скажем. И что сказать? Ну, на этом, наверное, все. Аплодисменты! Спасибо. Часто мы безотказны, страсти, здрасте. Мне от краски счастья раз в день. С тобой в опасность, без тебя в день. Этой прекрасной песни место здесь. Между моим и твоим сердцем. Между баррикадой и пресней вместе. Вместе. Это ли не счастье, но душа летела над лужами. Но не апрелем простужен был твоим смертельным оружием. Видимо, сам я себя убил. Душа летела над лужами. Но не апрелем простужен был твоим смертельным оружием. Видимо, сам я себя убил. Видимо, сам я себя убил. Спасибо. Окей, Алеша, начнем с блиц-опроса. В чем секрет твоего успеха? Ой, я себя не считаю прям успешным человеком, просто мне так повезло, наверное, потому что как раз во время карантина я начал вести TikTok. В это время не было прям огромного ажиотажа в кавер-исполнителях, там мальчик с гитарой и так далее. Вот, поэтому, мне кажется, время, мне кажется, помогло и, ну, достиг, так скажем, каких-то высот, да, вот. Помогает ли популярность в ТикТоке привлекать внимание девушек?
Ой, не знаю, но общение с девушками, мне кажется, это нужно в живом формате, более там общие друзья и так далее. Мне кажется, только в этом плане, а так прям, что вот тиктокер, я хочу с ним погулять, потанцевать, там такого прям нет. А пробовал ли ты писать свои песни? Конечно, много раз. И от меня даже ждут там каких-то релизов, синглов, песен. Ну, пока душа не поет, и ищу девушку, и да. Вот, не знаю, посмотрим. Кто такой обычный парень из Якутии в твоем представлении? Просто так хотел описать себя, что я все равно обычный пацан. Как думаешь, у тебя много фанатов? Я думаю, что прям ярых фанатов у меня нет, к сожалению. А много ли у тебя хейтеров? В ТикТоке, мне кажется, там вообще очень мало. Я сталкивался с хейтом, наверное, более вот в Якутии. К сожалению, наверное. Но так и есть. Окей, ну вот сталкиваясь с критикой в интернете, да. Как ты на нее реагируешь? Сейчас никак. Раньше было внимание на этот хейт. Тебя кто-то оскорбил на улице. Твои действия? Не реагировать, что буду влезать в ссоры, драки. Нет, просто не обращаю внимания. Алеша, вот все-таки что ты выберешь? Деньги или семья? На данный момент я, наверное, выберу деньги, потому что я сейчас молодой. Я хочу продвигаться, я хочу развивать себя. Но мнение меняется, мы каждый день развиваемся и так далее, поэтому потом, конечно, будет семья после карьеры. Окей, ну и поделись со своими планами на будущее. На самом деле, я не знаю, что меня ждет. Очень хочу выпустить свой первый трек. Учусь, работаю, живу обычной жизнью. Итак, Алеша, перед тобой сегодня те, кто попытается узнать тебя поближе. Это у нас и студенты, и рабочие, и творческая молодежь. Вот справа от тебя расположились оптимисты. Они считают, что хоть в якутском интернете и много негатива, это можно и жить. А слева от тебя пессимисты. Они считают, что высокий уровень негатива в якутском интернете, к сожалению или к счастью, изжить нельзя. Да, вот давайте сейчас обратимся к нашей аудитории. Друзья, поделитесь, почему выбрали ту или иную сторону. Давайте начнем с оптимистов. Мы с вами, новые, молодые, подрастающие люди, идем к тому, что в скором времени мы научимся это все уважать и принимать, потому что, по большому счету, к нам никакого отношения не имеет то, как он поет, не имеет то, как вы одеты, то, как вы гуляете, где вы учитесь и с кем живете. Я считаю, что, к сожалению, это никогда не искоренится, потому что у людей есть низменные желания, вот это вот тяга к плохому, если можно так сказать. Люди всегда будут смотреть такие передачи, как «Дом-2», и ловить кайф от не самых приятных вещей. Кто такие хейтеры? Это же тролли. А тролли — это люди, у которых какие-то внутренние проблемы. А сейчас очень популярно бороться со своими демонами, ходить на психотерапию, жалеть своего внутреннего ребенка, принимать себя, любить. Это все становится модно, и это круто. Я выбрал сторону пессимизма, потому что считаю, что хейт все-таки искоренить нельзя. Понятное дело, что хейтить Алексея довольно тяжело, потому что парень занимается творчеством, никому не мешает. Но есть же сфера деятельности, которая связана, допустим, с политикой, связана с более спорными вещами. Да, и жить можно, потому что вообще сам хейт, он создан теми людьми, которые как раз-таки и популярны, которые между собой спорят, тоже общаются, потому что хейт не создавали обычные люди. Алексей, давай твое мнение тоже послушаем, что вообще бодрость этого всего думаешь? Я, наверное, соглашусь более с оптимистами, потому что поколение зумеров — это мы. Станем старенькими и уже будем спокойно относиться ко всему. И хейт идет. Давайте сейчас приступим к вопросам к нашему герою. Как ты думаешь, завидуют ли твоему успеху друзья? Друзья? Нет, мне кажется, они не завидуют, просто они рады. Мне кажется, надеюсь,
Прям открытого вот прям такого, чтобы я тебе завидую, не было. А ты сам когда-нибудь завидовал? Да, наверное, потому что все равно хочется внимания. Мы же все такие вот в сфере блогинга, хотим внимания и так далее. А как относятся к этому родственники, родители, близкие твои люди? Тоже положительно. Они присылают видео, фото. Наверное, с этой передачи тоже придут скриншоты там и так далее. Кажется, что часть твоего успеха заключается в том, что у тебя неконвенциональная красота, ты прекрасен душой, но будем честны, типа, как и я, в принципе, типа, мы неконвенционально красивые люди. И то, что ты играешь на гитаре, и это добавило тебе поинтов, да. Ты вот думаешь, что... И это же тоже, на самом деле, вот это исходит тоже из какой-то... Да, абсолютно согласен. Любви к негативному, к какому-то такому, что нам, не знаю, неприятно. Да, я, наверное, прям с огромным хейтом не сталкивался. Но, конечно, были комментарии насчет внешности и так далее. Вот. О, этот парень, оказывается, очень хорошо поет. То есть, что, типа, некрасивые люди не умеют петь и так далее? Не знаю, для меня это был очень странным комментарием. Как ты на это реагируешь, когда такие личные вещи затрагивают, как внешность? Все равно у всех есть свои комплексы и так далее. Я принимаю себя, но все равно это самооценка тоже. Типа. А как ты считаешь, вот якутский интернет сам, если от обратного идти, отражает реалии нашего города и республики? Наверное, я скажу, из-за того, что я не сталкивался прям с огромным хейтом, типа, не отражает, наверное, прям вот сильно. У тебя достаточно много комментариев в соцсетях. Читаешь ли ты их все полностью? Или, может, тебе уже это безразлично, и ты не обращаешь просто никакого внимания? Ни на положительные, ни на негативные комментарии? Конечно, обращаю внимание. То есть читаешь каждый комментарий? Ну, наверное. Вот каким образом выработать иммунитет к хейту, к негативу? Ну, как же сказали, не обращать на это внимания. Это его мнение, остается при себе. Сейчас мы предлагаем посмотреть видео, где горожане ответили на вопрос, связанный с нашей темой. Внимание на экран. Как вы считаете, почему в якутском интернете много хейтеров? Ой, даже не знаю. Просто у нас мало событий, я не знаю, либо не такое уж большое население, поэтому у нас такое восприятие, в общем, всего нового и так далее. Но я думаю, они все по-доброму так. Просто чтобы, я не знаю, ну, им людям скучно, наверное. Ну, по моему мнению, потому что, ну, сам народ такой. То есть это ментальный? Да. Ввиду того, что у людей есть разные мнения, это абсолютно нормально, и обычно в комментариях люди высказывают свое мнение, и порой это бывает в очень негативном формате, что очень плачевно выглядит со стороны. Почему все-таки негатив? Не знаю, холод, люди холодные, злые, не знаю. Возможно, многие факторы влияют на человека, и холод, я думаю, один из них. Если это молодежь, то она вообще ни за что не отвечает. Идешь вольная такая. Ну, а взрослые уже как, ну, вроде думают. Наверное, есть баланс все-таки между позитивом и негативом. Без понятия, в интернете не сижу. Ну, потому что они сами ничего не добиваются, может, сидят на месте и ничего не делают. Нужно двигаться, что-то делать самому, верить в свой успех, и тогда, наверное... Можно это искоренить? Искоренить? Абсолютно нет. Абсолютно искоренить нельзя, но постараться, чтобы меньше было, да, можно. Это людям нужно измениться. Передать людям, донести до них, что надо поддерживать свой народ всегда, держать их наверху, а не обсирать в комментариях и в прочих социальных сетях. Это вообще не справится, на самом деле. Не справится? Да. А вообще это может поменяться? В плане, наверное, спустя поколения. Когда будет меняться воспитание? Да. Ну, это зависит от самого человека. Если это у него в душе такое, как искоренить-то? Это каждому нужно над собой работать. Мнение у жителей нашей столицы, друзья. И как вы заметили, большинство считают, что негатив этот все-таки изжить нельзя. Хотелось бы узнать ваше мнение после просмотра данного вопроса.
я думаю, то, что как раз-таки вот этот хейт, его можно не полностью убрать, но его можно немножко сделать меньше. Не сильно агрессировать его, то есть не прям штыки его принимать, но спокойненько как-то не обращать внимания. Вот. В любом случае есть проблема огромного масштаба, как получается молодежная неполноценность. Вот. И поэтому, скорее всего, пока вот даже в любом случае, если молодежь будет модернизироваться, все равно хейтеры в любом случае тоже будут как-то улучшаться, понимаете? То есть придут, получается, хейтеры в каких-то других сферах, да? Они будут уже портить жизнь блогерам по-другому. И все, в принципе. Можешь спросить, а ты хейтер? Я нет. Но считаю то, что это нельзя никак вообще в любом случае исправить. Потому что, как говорила одна женщина, вот, которая была, да, это уже проблема, ну, в самих людях. Им нужно самим как-то, получается, эти проблемы решить. Ну, ты не являешься хейтером не потому, что ты придерживаешься нейтралитета, потому что, наверное, у тебя есть какие-то, ну, моральные ценные качества человеческие, что гадости писать незнакомым людям в принципе, ну, нельзя. Так нас воспитывали в детстве. И, в принципе, хейт можно искоренить, если детям вдолбить в голову, что, ну, как бы оскорблять чужого человека и вообще, в принципе, любого человека, вне зависимости от, знаком ты с ним или нет, женщина ты или мужчина, старик или ребенок, в принципе, это незаконно. Это должно быть незаконно в вашем каком-то, типа, вот головном психологическом уровне. Ну, хейт — это вообще в целом понятие растяжимое на самом деле, да? Комментарии на меня как влияли, да? Ну, положительные, конечно, типа, на эмоциях ты такой, о, я буду дальше записывать видео, там, и так далее. А вот когда хейтят, типа, ну, не обращаешь внимания, потому что больше я обращаю на положительные комментарии, может быть, какие-нибудь советы. Некоторые советы считают хейтом. Для меня это очень странно. Угу. Вот хочется отметить то, что контент, который делает Алёша, это контент... вообще блогинг в Якутске, он делится, грубо говоря, на две части. Это блогинг, который именно для нашей необъятной большой республики. А вот контент Алексея, он может идти в массы. То есть не только в Якутске оставаться, а именно... Алексей стал известен с помощью вот платформы, да, которую все называют для развлечения. Сейчас она уже становится как Инстаграм для продвижения. Да? Алексей там очень хорошо продвинулся, вот Алёша. И сейчас он сидит перед нами. И, соответственно, благодаря ТикТоку его начали узнавать и у нас, получается, на родине. И после того, как он появился уже здесь, в республике, все начали приглашать его куда-то на концерты, да, на фестивали, уже появляется какой-то хейт. А хейт идет именно от наших с вами земляков, от людей, которые как раз-таки особо не знают его творчества. Вот есть парень, поет, вот такой вот человек он, сразу же какие-то в штыки, вот сразу мнение о нем выдвигает. Да. Хотя как человека Алексея они вряд ли знают. Вряд ли вообще слышали о нем ранее, просто увидели, сказали. Давайте сейчас посмотрим опрос, собственно говоря, почему в якутском интернете много негатива и полезен ли хейт. Может, негатив все-таки этот несет в себе что-то полезное для нашего общества, как считаете? Не, полезного в нем ничего нет. Может, только кого-то научит, и все, уму-разуму. Сами хейтеры делают свой же хайп, который повышает и тебя. В чем смысл с ними бороться, если они сами становятся вашими фанами? Они подписываются на вас. И сделая негатив, они делают вам буст? Нет. Никакой пользы не несет. Ну, есть же даже поговорка якутская. Куанда чуэйдях. Скорее всего, так и есть. В плохом даже можно, ну, сделать вывод, что-то хорошее из этого вычеркнуть, подчеркнуть, то есть. Разве что то, что он показывает, то что-то, с чем надо бороться, и все. Больше от этого пользы нет, я думаю. Пользу обществу нет вроде, как бы. Но для отдельных людей, как отдушина может, то, что вытащить, сказать то, что накипело. Но, а так, это просто хейт, просто агрессия обычная. Сам по себе он не имеет положительных черт в плане, но есть одно «но». Благодаря негативу люди, так скажем, высказывают свое мнение, при этом делая это немножко неправильно, но при этом показывая людям, что есть как бы и другая сторона той или иной монеты. Окей, друзья, ну как мы видим, есть абсолютно разные мнения на этот счет, но при этом превалирует все-таки мнение о том, что хейт пользы не приносит. Давайте на эту тему подискутируем. Приносит ли пользу хейтерство? Первое, что я бы хотела отметить, это то, что
любому человеку, любой человек, он имеет право на эмоции, потому что, ну, мы все немножко такие депрессивные люди, мы живем, не знаю, в таких суровых климатических условиях, еще с такой сложной политической обстановкой в стране. Всем нам хочется поплакать, всем нам хочется покричать, поругаться, и это действительно хороший бы способ этой самой разгрузки нашей энергии, понимаете? Но так как мы не можем выйти в поле и покричать, ну, как бы мы разумные люди, мы нашли какой-то другой выход, да, альтернативу другую писать гадости в интернете. В этом плане я могу принять этот хейт, и когда, допустим, мне кто-то напишет какую-то ужасную вещь, я промолчу с мыслью о том, что, может быть, кто-то благодаря мне стал спокойнее. В этом плане я считаю, что это плюс. Почему бы и нет, да? Второй момент, действительно, нужно четко различать хейт и критику какую-то трезвую. Потому что одно дело, когда нам пишут там, ну действительно, ты перспективный мальчик, но тебе стоило бы чуть-чуть подучиться, потому что вот тут чуть-чуть сфальшивил. Это не хейт, это трезвая критика, и к ней нужно относиться. А вот нас интересует беспричинное вот что-то такое, как явление. Ну вот, даже необоснованная ненависть. Вот те же... Хейт — это что? Хейт — это ненависть. Да, а ненависть — это эмоция. А эмоция, она вызывает интерес. То есть каждый хейтер, он так или иначе следит за тем, кого он ненавидит. Он следит, он рассказывает об этом. Так что любой негативный комментарий, положительный, неважно, это все реклама. Ну, вот такую вот я вижу положительную черту в хейте. Нет, вообще хейт не может быть необоснованным. У всего есть основания. То есть человек не может человека просто так ненавидеть. Меня бесит его футболочка, волосы, цвет волос, да цвет может, кожи, что-нибудь. Может человек может? Просто так да не может, я вам говорю. Да может я он. Я напишу комментарий там, ты... Можно такие вещи говорить, типа там, жирдяй? Я же не просто так напишу, если человек худой. Понимаете? Нет. Что вы несете? Серьезно, могут люди просто так ненавидеть тебя ни за что. Вот я выложила свои фотки, никого вообще не трогала. Меня ребенок изрисовал красным. Это было очень красиво. А потом я узнал, что это, оказывается, лежит на Джокере. И говорит, вот смотрите, какая я активистка. Понимаешь, вот что-то раздражает конкретно. Вот. Какие-то это, твои. Это, но вот. И опять, если говорить о том, какая польза, да нету пользы в хейте. Если говорить не о страшном хейте, когда типа... мы же по другой части разделились. Но хейт бесполезен, и в этом его прекрасность, что это просто какой-то вброс каких-то слов, и поэтому к нему нужно относиться, поэтому на него не нужно отвечать, если возвращаясь к тому, какие советы. Никогда не отвечайте на какой-то троллинг, смейтесь над ним с друзьями. Если вы знаете, что это не о вас, если вас триггерит, значит, вас это задевает, значит, ну, уже нужно в себе это прорабатывать. А вот давайте теперь вернемся как бы к беспричинной какой-то ненависти и особенности именно якутского сегмента интернета. Возможно ли такое, что у нас, вот, допустим, даже ты выложил эту фотографию, или там ты выложил свою фотографию, кто-нибудь, может быть, много есть как бы причин, почему человек изначально может тебя сразу возненавидеть. Возможно, это какие-то твои расовые отношения, ну, то есть какой-то национальности, возможно. Возможно, зависть, ты прекрасно выглядишь, люди завидуют, прекрасно, у тебя есть дочь, может быть, люди тебе завидуют в этой степени. Может быть, люди как-то... относится у нас вдруг, например, я вот хочу с вами об этом поговорить. Давайте поговорим о каких-то таких вещах, основанных на якутском менталитете и интернете в целом. Начиная от того, что это действительно зависть, заканчивая тем, что человек просто несчастный, ему просто плохо и больно жить на этом свете, его никто не поддерживает, никто не любит. Почему вы считаете, что у нас превалирует хейт, а в других частях? Это в России в целом проблема. Не только в Якутске все плохо, не только у нас хейт, он во всей России есть. Получается, верят абсолютно всем, кто скажет как раз-таки какую-то свою мысль в Инстаграме, выложит, и люди идут за ним. Идут, они поддерживают его, они начинают хейтить того же самого человека, которого хейтит какой-то иной блогер. Я хотел как раз-таки сказать по поводу вот этого того, что у нас в стране любят скандалы, интриги, расследования. Но потому что, в принципе, любой человек это любит. Это есть у нас в природе, мы любим... Ну вот. Добро пожаловать. Нет, подождите. Но это же не значит, что мы должны друг друга публично оскорблять. Одно дело мы смотрим, другое дело мы принимаем в этом участие, мы пишем эту гадость. И этого... Но don't touch me, это нельзя запретить. Кстати говоря, про запретить.
А что вы думаете, нужно ли запрещать на федеральном уровне, возможно, или вносить какие-то законы по поводу буллинга или хейта в интернете? Ага, как можно вообще характеризовать какой-то комментарий как слишком большой уклон на хейт, либо просто конструктивная критика, либо критика с небольшой долей хейта? Вот я не знаю, как этот закон в потенциале мог бы работать. И, во-вторых, мне кажется, хейт на самом деле может быть довольно полезным инструментом. Это возвращаясь немного к прошлому блоку, я хотел высказаться, но мне не давали микрофон, так вот. Я про то, что есть Артемий Лебедев, на самом деле довольно провокационная персона, который довольно критически относится к каким-то вещам. То есть он говорил про пожар в Якутии, на самом деле, и привлек... Да, отвратительно говорил, но привлек кучу внимания за счет этого. И мне кажется, это хейт имеет право жить как инструмент привлечения внимания. Каким образом мы можем тогда отличить хейт от здоровой критики, допустим? Довольно тяжело разделить. То, что есть просто критика, есть просто выражение мнения, и будет тяжело путем этого законодательства разделять хейт от критики обычной. Угу. Даже вот если так. Не законодательство. Нет, так уже же есть. В Инстаграме ты всегда можешь блокнуть, ты всегда можешь репорт сделать. И просто видишь, если можно это будет прям запретить. На законодательном уровне принято, да, то это опять будет вот этот кризис толерантности, который, я считаю, он сейчас есть в наших жизнях. Но я понимаю, что мы уже подходим вот к точке кризиса толерантности, когда толерантность становится... Она выходит за рамки. Да, что типа это начинается уже давление. Ну, привлекать людей другая. За комментарии — это глупость. Лучше работать над собой, работать над своим восприятием и... Угу. Да, это понятно. Сфокусироваться нужно на себе, в общем. Момент уже пошел такой, а-ля вот типа сажать за комментарии, да, извините меня. Но, по сути, это же может быть и административная ответственность. Штрафы какие-то, не знаю, исправительные работы. Да, интернет, оно, в принципе, более или менее свободное пространство. Там люди, они, вот как уже раньше сказали, не такие, как они в жизни. Поэтому кто оставляет большинство негативных комментариев? Несчастные люди. Пустые странички, фейки. Кого привлекать к ответственности, кого, некого, нет у него лица, ни фотографий. Ну, значит, несчастные люди, вы чего? Реально, ребят, давайте как бы не будем решать за других людей, кто счастливый, кто не несчастный. Нет, ну это же тоже имеет место быть. Я не говорю, что это уже доказано учеными, но просто мое личное мнение, что действительно, и вот мои подружки... Вот вы сейчас вот хейтите. Я действительно так думаю, что несчастные люди пишут негативные комментарии, потому что... Ну зачем счастливому человеку, у которого яркая, интересная жизнь? В 2 часа у него съемки, в 3 часа у него спорт, в 4 у него фитнес, в 5 кинотеатр. У меня не будет времени, у меня счастливая жизнь, не будет времени. А он не несчастливый, у него просто очень много времени. Очень много времени. Ну ладно, давайте тогда не счастливый человек, а человек с интересной жизнью яркой, допустим, с полным графиком. Я думаю, что это можно жить за счет повышения образованности. Опять же, вот мы такой момент затронули, то что сложно отличить хейт от негатива, ну такого конструктивного негатива. И при этом образованный человек, он же сможет все-таки правильно высказать свое мнение так, что это не будет восприниматься как какой-то там необоснованный негатив. Вот, и соответственно, повышая уровень образованности, мы, наверное, сможем повысить уровень культуры, в том числе создать такую культуру, если позволите, поведения в интернете правильного. Что, ну, тебе что-то не понравилось, ты высказал просто свое конструктивное мнение, без лишнего негатива. При этом, смотрите, что нужно понимать, то что вот хейт в информационном пространстве, он часто может переходить уже в такой буллинг, кибербуллинг. А иногда из-за хейта, который, скажем так, обваливается на человека, это может переводить и к более таким ужасным последствиям, там, вплоть до самоубийств и так далее. Кибербуллинг – большая проблема, опасная проблема. Но опять-таки не будем забывать про буллинг физический в жизни, который контролировать намного сложнее, потому что ты не знаешь, ребенок твой никогда к тебе не придет и не скажет, типа, мам, меня буллит. Если, учитывая, какой у нас сейчас, ну, сейчас растет, я, например, надеюсь, что моя дочка, мне будет с такими проблемами приходить. Да, буллинг надо на законодательном уровне как-то решать, но опять-таки тут, ну, непонятно, как действовать, потому что тоже это такая зыбкая грань. Человек просто может сказать, я не булил, я не травил. От данного законопроекта будут страдать еще и обычные люди.
мнения которых расходятся вот как раз-таки с теми людьми, которые будут конкретно решать, стоит ли вообще посадить этого человека. У нас же уже есть в России случаи, когда активистов садят за их свободу мнения, за карикатуры какие-то. Но это же все совершенно неправильно и так не должно быть. А кибербуллинг нужно решать, наверное, немного иначе. Вот как раз-таки уровнем образованности, культуры и прочим. Но точно не дурацким законопроектом, который и тут, и другим мешать будет. Дети — это и есть то самое, то, что, с чего мы можем начать как раз-таки перевернуть этот лист, начать новую главу. Да. Да, искренне, да, и вот от воспитания много всего зависит. Зачастую люди проецируют свой негатив по незнанию. Ну, то есть у нас нет, скажем так, вот той самой культуры поведения в интернете, и, грубо говоря, ты выбрасываешь людям информацию, и у них сразу реакция. Ну, вот какая-то негативная информация о какой-то персоне, допустим, да, и у людей сразу начинается, вот какой он плохой, такой, сякой, а это вообще конкретный вопрос. То есть вот чего нашим людям не хватает, наверное, это все-таки такого скилла, как факт-чекинг. То есть, грубо говоря, у нас люди не проверяют факты. Они верят той информации, которая вот им попала, пришла в WhatsApp, всплыла в каком-то паблике, да, извини меня, в Инстаграме. Да. Так, давай сейчас я внесу некоторую ясность. Факт-чекинг — это навык, который помогает не утонуть в бесконечном океане информации, сориентироваться и сосредоточить поиски в нужном направлении. Я не занимался этим никогда, да? Я не занимался простым буллингом, но в любом случае я с этим сталкивался. Mm-hmm. Вот. Я видел множество таких ребят, которые там такие мощные пацаны, да, районовские, короче, там они ходят там, да, вот, там могут там обижать там слабых, да, вот такое есть и будет в любом случае. Даже спустя 100 лет все равно это будет. Вот, потому что в любом случае человек хочет казаться выше кого-то, да? Это уже у нас инстинктивно, да? В любом случае мы люди, все равно у нас есть свои какие-то вот животные инстинкты, да? В любом случае они у нас есть. Но чаще всего я думаю, например, то, что это из-за неуверенности этих самых, ну как ты выразился, там, районовских, да? Пацанов, которые, да, неуверенность, все верно. Крутое строят, по факту, ну, да? Ничего особо не представляют. Насколько сильно отличается поведение современного человека в социальных сетях от его поведения в реальной жизни? То есть большая ли это разница? Ой, ну разница точно присутствует, но мы не можем говорить опять-таки за всех, потому что есть люди действительно, которые не лицемерные, а есть люди действительно очень многоликие. И мне кажется, таких намного больше, чем честных и отзывчивых, потому что действительно в сети мы все очень смелые львы, а на деле на самом деле обычные, которые, поджав хвост, убегают обыватели, трусихи, я бы так назвал. Вот, а давайте у Алексея это спросим. Алексей, вы какой-то образ себе создаете? Нет. Сейчас пойду домой и буду обсуждать. Нет, конечно. Если бы в республике было больше таких позитивных и прекрасных блогеров, как ты, если бы повестка как бы информационная была более такая вот, как солнышко, ты сам говоришь, более, что тебе... Ну, то есть так, более здоровая. Более здоровая, более как-то творческая, более позитивная, то, возможно, и сам интернет изменится в лучшую сторону. Да. Чтобы сами блогеры не подогревали какой-то негативный интерес. Да. Сегодня мы назвали огромное количество аргументов за и против. Можно ли жить хейт, или его все-таки жить нельзя. И, соответственно, сейчас у нас уже наступает тот самый момент истины, когда вы можете поменять свое мнение и переместиться на противоборствующую сторону. Перед этим хорошенько подумайте. Ну и давай на счет 3D. Mm-hmm. У вас уже будет совершен переход. Так, раз, два, три. Каждый остался при своем мнении. Точно? Да. Вы хорошо подумали? Да, лукавят, они лукавят же, видно, что лукавят. Мы не лукавим. Плюсик я хочу про якутский менталитет сказать о том, что на самом деле, например, сейчас в Якутии нету буллинга почти что детского. У нас довольно-таки дружные школы, классы. Да, кто-то там может подраться, там, но это другая тема, это не буллинг. И вот это о том, что вот мы такие негативные, из-за холода, и все так плохо, и поэтому мы такие злюки. На самом деле нет, у нас даже буллинга нет. А в США, где все прекрасно, ну, грубо говоря, там буллинг процветает. И как раз-таки он процветает на самых high society, где типа образованные люди. Хейт можно искоренить. Угу. Хейт можно искоренить, просто делай это по силам в своем окружении. Не надо бегать, переубеждать других людей. У тебя есть твои родные, твой близкий круг общения. Нужно начинать с себя. Да, всегда нужно начинать с себя. Так, во-первых, мы
наша команда этого всего не отрицает. Мы не говорим, что там воспитание и так далее. Воспитание решает моменты, да, нужно начинать с себя. Но опять-таки, возвращаясь к тому, хейтеры зачастую вполне себе воспитанные люди, просто им нужно куда-то, они так свой шлак выносят. Опять-таки, потому что у человека есть это низменное инстинктивное желание вот к чему-то мерзкому подключиться и быть частью этого. Я думаю, что это можно все-таки искоренить своим влиянием. То есть, если ты не даешь какую-то отдачу этому хейту, то, в принципе, его и не будет. Людям будет неинтересно просто хейтить тебя. И, чтобы было неинтересно, надо игнорировать. Если ты начинаешь вступать в спор и доказать, что вот как хорошо, если бы мы все любили друг друга. Это хейтеры только троллинга, это только зарядит, чтобы еще больше говна на вас, извиняюсь, изливать. А теперь Алексей, пожалуйста, скажите, кто сегодня больше всего вам понравился из наших участников? Один человек. Она. Аплодисменты! Давайте еще раз представишься, ну и себе немного расскажешь. Меня зовут Ирина Бугаева, я экофеминистка, хейтеры меня обожают, поэтому эта тема была очень близка мне. Конечно бы я хотела, чтобы пространство интернета было более чуткое, чтобы люди уважительно относились к чужим границам, но, к сожалению, это не будет. Здорово. Ну и Алексей, пожалуйста, можешь вручить свои подарки. Да. Аплодисменты. Спасибо. Даже сегодняшний прекрасный период. Да. Ну что, друзья, мы приглашаем всех на общее фотографирование. Пожалуйста, поднимайте сюда. Программа «Я молодой». С вами были ее ведущие Саша Маркова и Антон Васильев. Будем развиваться вместе на благо себя и нашей республики. До скорых встреч! Во-первых, хочу поблагодарить ребят, которые позвали меня сюда. Это было безумно интересно. Мы тут рассуждали, обсуждали и вообще ставили вопросы 50 на 50. У всех свои интересные такие рассуждения. К счастью, я не сталкивался с буллингом и так далее, и прям с огромным хейтом. К сожалению, надо пережить этот момент, и у вас все будет хорошо. Оставайтесь всегда позитивными, принимайте положительные стороны. Хейт, он разделяется для некоторых на критика. Типа, некоторые критики считают хейтом, или совет тоже считает хейтом. Вот это, пожалуйста, ребятки, не путайте, да, вот именно хейт и критику. Оставайтесь позитивными.